управлять лодкой. Мама и Лукас. За них не бойся, Хьюго. Они вдвоем точно что-нибудь придумают. Опять кровь пошла. Да, надо бы перевязать, пока рана не воспалилась. Там дальше есть вода. Точно. Это твой остров? Да. Вот это похоже на зубы. Зубастый остров. Знаешь, а я его видела на картине в лаборатории Вадена. Значит, он точно существует. Давай я. Только не очень туго. Да. Готово. Что, уже? Здорово! Спасибо! Да у тебя талант! Я старался! Ты молодец! Ну, вперед, сир! Найдем ваш остров! Да! Пойдем на остров. На корабле, как только выясним, куда плыть. Как думаешь, мама будет сердиться? Радоваться точно не будет, но не переживай. А как думаешь, разбойники за ними не погонятся? Нет, все с ними будет хорошо. Но ведь у них нет оружия. Хьюго, они убегут или спрячутся? Вау, смотри, какие цветы. Да. Да ладно тебе, ты же любишь цветы. Если у них лодка утонет? Хьюго. Они умеют плавать? Все будет хорошо. Обещаешь? Да. Погоди-ка, видишь то дерево? Спорим, я первой до него добегу. Сейчас? А зачем? Затем, что ты трусишка. Я не трусишка, сама такая. Вот и докажи. 3, 2, 1. Эй! Сейчас ты сама будешь трусишкой. О, чертова рана. Только не вздумай кровоточить. Я тебя обгоняю. Скоро пройдет. Оу! Не смешно. Прости, но это было. Ты не ушибся? Нет. О, гляди. Какое красивое перо! Такое мягкое и цвет красивый. Смотри, оно, наверное, из того гнезда выпало. Да, точно! Поищем по дороге другие. Я думаю, нам еще попадутся перья. Да! А пока ты у нас побудешь птицей. Птицей и рыцарем. Кстати, вспомнила, пока мы ходили с Лукасом, я нашла красивые цветы. Хочешь их себе? Кажется, мне теперь больше нравятся перышки. О, ну ладно. А весело было? Да уж. Тебе все еще больно? Нет. Больнее всего то, что я теперь трусишка. Но зато хорошая трусишка. Ты слишком добрый. В следующий раз я тебе дам победить. О, нет. В следующий раз я тебя в лепешку раздавлю. Deactivated. Cheat activated. Oh.
это слышишь? Что это? Голоса. Похоже на мессу. Тут что, есть церковь? Сейчас увидим. Что это? Это ярмарка. Нет, слишком далеко от города. Но пение доносится оттуда. Может, они знают, где искать остров? Да. Давай спросим. Здравствуйте. Вам чем-нибудь помочь? Здравствуйте. Да. Мы дорогу ищем. А почему там поют? Потому что сейчас месса. Мы паломники, молимся об успехе нашего путешествия. Ау, вы идете в Рим? Именно. А вы куда направляетесь? На остров. Только мы о нем почти ничего не знаем. Наш предводитель Перье хорошо знает эти места. Он вам поможет. Он там, рядом с развалинами. Это он читает мессу. Хотя, может, вам сначала отдохнуть в тенечке? Вы, кажется, ранены. Да, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. А зачем он в Рим? Потому что следующий год юбилейный. Это такой особый праздник. Пойдем, отыщем этого Перье. Осторожно, дети! Не надо так носиться! Пусть погода держится хорошей. Пахнет рагу! А у тебя хороший нюх. Что-то есть захотелось. Ну ты как всегда. Идем. Привет. Оу, здравствуйте. Здравствуйте. А вот и месса. Это там Перье? Да. Подождите, пока месса кончится. Оу, простите. Спасибо. Мы тут подождем. Боже, услышь наши молитвы. Защити в святом странстве паломников, ищущих милосердия в эти темные времена. И внемли мольбам слабых. Амен. 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 Можете проходить. Спасибо. Амен. А? Амен, это не то же самое, что спасибо. А-а-а. Пойдем, поговорим с ним. Здравствуйте. О, здравствуйте. Новенькие, добро пожаловать. Да, но на самом деле мы заблудились. И куда же вы шли? Не в Рим, я полагаю? Нет, мы ищем остров. Там есть два зуба, а еще птица, озеро и цветы. Я думаю, это остров с двумя высокими горами. Нам сказали, вы знаете, где он. По памяти вряд ли. Но у меня где-то была старая карта Средиземного моря. Не хотите взглянуть? Да, спасибо. Это было бы чудесно. Внимание! Что это там? Мы разыскиваем девчонку и мальчишку. Она убила наших солдат. Она опасна. По приказу графа Прованского. Мы обыщем это место. Вы не похожи на преступников. Но что бы вы ни натворили, ребенка я им не отдам. Идемте. Вас нужно вывести из лагеря. Идемте за мной. Не привлекайте внимания. Что происходит? С дороги! Всем выйти из палаток! Они кого-то ищут. Делайте, что вам говорят, и никто не пострадает. Пожалуйста, не трогайте нас. Мы ничего не сделали. Мы добрые христиане. К вам в последнее время кто-нибудь прибивался? Да к нам каждый день кто-нибудь присоединяется. Они нас выдадут? Нет, но надеюсь, вы загладите свой проступок. Мы постараемся. Так или иначе, всех нас ждет суд. Помедленнее, там еще солдаты. Двое детей, девчонка и мальчик. Не знаю, тут так много народу. А если подумать? Эй, осторожнее!
Отвали! О, нет. Вот черт. Скорее под телегу, пока вас не увидели. Я разберусь. Давай. Комиссия! Я знаю. Щ. Простите. Чего надо? А вон ту группу вы уже проверили? Они с нами совсем недавно. Не то, чтобы они выглядели как беглецы, но кто знает. А ну-ка, парни, пойдем-ка их проверим. Все слышали? Будьте начеку и смотрите по сторонам. Хорошая идея. Уже можно идти, Амиссия? Рано, жди его сигнала. Угу. Эй, ты! Я? Как давно ты с этой группой? Будь свободен. Вылезайте. Только тихо. Пошли. Дорога к морю находится по ту сторону загона. Спасибо вам огромное. Спасибо. Берегите себя. Идем. Нужно уходить отсюда. Надеюсь, солдаты им не сделают больно. Если нас тут не будет, они никого не тронут. Нужно убраться отсюда подальше. Девчонку и мальчишку заметили на выходе из лагеря. Расшири зону поиска. О, нет. Быстрее. Стоять! Они здесь! Беги к югу, не оглядывайся! Все сюда! Бери от меня свои руки! А нет, к югу! Все сюда! Она здесь! Мне нужно подкрепление! Амиссия! Моя голова! Вставай, нам нужно уходить! Да, да. Голова кружится. Дай мне руку. У тебя опять кровь идет. Боже! За ними, девчонка! Амиссия! Опасна. Приказываю убить на месте! Нам надо уходить! Да, нельзя останавливаться! Где мы? Похоже на какую-то каменоломню. Мы должны идти через нее, там так темно! Мы должны... Другого пути нет! Живей! Давай заберемся внутрь. Нельзя оставаться на виду. Где они? Я не знаю. Держи за мою руку. Ты правда кого-то из них убила? Да, я... И я была не в себе. Ты мне не рассказывала. Мне было стыдно. Не думай сейчас об этом. Стой, Амиссия! Там какие-то люди. Я никого не вижу. С чего ты взял? Я их чувствую. Думаю, это из-за крыс. Я могу прислушаться получше. Ты уверен? Да, не беспокойся. Ладно, будь осторожен. Да, я их вижу. Не здесь, солдаты. Погоди, как? Да крысы. Они чувствуют кровь. И я теперь тоже. Это похоже на шум. Как эхо. И где они? Близко. Идут сюда. Если хочешь, я опять послушаю. Ясно. Идем. Тихонько. Всем смотреть в оба. Отсюда им не... Их рук дело. Идем дальше. Да. Надо выбираться отсюда. Выбраться. Они точно здесь. А где все рабочие? Это часом не заброшенная шахта. Да кончай ты уже со своими чертовыми суевериями! Тебе капитан... Их рук дело! Кого же еще? Идем дальше. Да, надо выбираться отсюда. Нам нельзя задерживаться. Да, а то они нас застанут. Там дальше дверь. Все еще идет. Я в порядке. Хьюго, что насчет крыс? Они опасны для нас. Они могут прорваться. Нет, они глубоко. Пока что. Следи за ними. Эта девка порешила обученных солдат. Кто она вообще? Кто-то из воинов камня? Здесь они тоже есть. Как же нам отсюда выбраться? Она одержима бесами. Ее нужно сжечь. Спорим, это они. Прочь, сэр. Идите к черту.
Сюда! Тут есть люк! Точно! Здесь можно выбраться! Только не сейчас! Амисия! Дай мне перевести дух! Амисия, нам надо передохнуть! Нет, они идут по следу! Нужно добраться до того здания! Это церковь? Не знаю, но здесь мы как на ладони. Может, там будет безопаснее. Следопыты говорят, они где-то близко. Обыскать тут все! Поймайте эту вещь! А! Готов. Береги себя, ты очень устала. Готова. Не беспокойся. Пожалуйста, береги голову. Я в порядке. Добрались. Прости, Хьюго, мне не поддается. Найдем другую. Мы... Нет. Что же? Так больно. Я, похоже, не дотяну. Нет, мы уплывем отсюда. Я тебя защищу. Мы поплывем на остров вместе. Да, надо уходить отсюда. А, ну и запах. Пахнет трупами. Нет, только не умирай. Голова кружится. Нет, здесь нельзя спать. Пожалуйста, проснись. Что? Нет, нет, они близко. Амисия, ну давай. Амисия, проснись. А, они здесь, Амисия. Ты должна проснуться. Кто там зашел? А ну за мной. О нет, солдаты. Нет, нет. Амисия, проснись! Матерь Божья! Крысы! И они тут! Нет, они нас заметят! Что мне делать? А, Амисия! Эти крысы! Что? Что это было? О, ты очнулась! Ты в порядке? Что случилось? Крысы? Я слышу... крыс? Не бойся, они нам помогли! Что? Эй! Крысы! Вы это видите? Крысы! Да! Что здесь произошло? Они жрут кого-то из наших! Осторожней! Солдаты! Нет! Я не могу! Отдыхай! Я сам с ними разберусь! Как? Сейчас увидишь! Что происходит? Смотрите! Что происходит? Вот!
Что это было? Ты правда? Да, ты встать можешь? Придется. Спокойно. Ну давай, уйдем отсюда. Ты правда ими управлял? Да, они разрешили мне их использовать. Ладно, давай просто уйдем отсюда. Как ты себя чувствуешь? Я их все еще слышу, как будто звон в голове. Ты приказал им, как тогда? Не как тогда. В этот раз я был внутри них. Будь осторожен. Нельзя, чтобы они подчинили тебя себе. Макелу хочет завладеть тобой, питаться твоими эмоциями. Мне холодно. Надо идти быстрее. Да, так ты скорее согреешься. Смотри, ткань совсем новая. Повязка уже испачкалась. Может, поменяем? Можно взять вот эту. Вроде чистая. Ладно. Тебе так станет лучше. Надеюсь. Тебе которую? Да мне все... Вон ту. Не шевелись. Прости. Готово. Спасибо. Надеюсь, она поможет. Это место огромное. Как нам отсюда? Мы справимся. Только не умирай. Не бойся, не умру. Они сожрали этих людей! Да плевать на этих мертвецов! Мы разберемся с девицей. Капитан нас еще не так отделает. Солдаты и крысы. Нужно быть осторожнее. Я тебя защищу. Кого увидите, дайте знак. Осторожнее! Здесь лазутчики! Ищите их! У нас потери! У нас посторонние! Смотрите в оба! Добрались! Наконец-то! Да, мы будем в безопасности. Поверить не могу. У нас получилось. Вот вы где! Ой, теперь нет. Ты поплатишься за свои выходки! Погляди на себя! Амися, если нужно, я вас всех перебью! Да. Не лезь! Я... Амисия, тебе нехорошо? Я в порядке. В порядке. Идем.
Амисия! Амисия! О нет! Опять кровь пошла! Эй, вон они! Они приближаются! Я не могу! Ты должен сам с ними справиться! Ты уверена? Давай, быстрее! Контролируй их, Хьюго. Бабка, нет! Стойте, или я вас всех убью! Я это уже делала! Убейте их! За нашу честь! Крысы! Они их защищают! Вы все заодно! Вы выродки! Успокойся! Не могу. Пожалуйста, Амисия, скорей! Я не могу. Амисия!